В столице владельцы кафе без летних площадок столкнулись с новыми препятствиями. Чтобы работать, не нарушая карантин, они поставили рядом с заведением на газоне мягкие кресла. Но полицейские пришли и запретили. До ослабления карантинных мер кафе в этом районе работали на вынос. Люди покупали еду и напитки и располагались на вот таких лужайках. Но, по мнению стражей порядка, это портит благоустройство города. Полицейские провели профилактическую беседу с владельцем кафе Арнаем Урмашем, который так и не получил от них точное обоснование запрета. Сотрудники правоохранительных органов прогнали клиентов, а бизнесменов предупредили о штрафе. Сейчас уже разрешили работать внутри. И, в принципе, я могу работать внутри, ну, по будням, правда, только, а по выходным нельзя, но все равно. Мне просто как бы за людей обидно. Ну, просто хочется, как человек, ты живешь в городе, просто выйти куда-то, ну, на пикник с семьей. Мне кажется, это даже базовая потребность человека. Санэпидслужбы города также не видят препятствий для того, чтобы обедать на улице. Главное, чтобы это не угрожало здоровью граждан. Газондарда, саябахтарда, алангдарда. Таких правил, которые бы запрещали есть в парках, на площадках, на газонах, нет. Единственное, что во время карантина нельзя собираться группами больше 3 человек, за исключением членов семьи. Нужно соблюдать дистанцию, пользоваться антисептиками. В департаменте полиции бизнесмену под его публикацией пояснили, что они выявили нарушения во время плановой проверки по району Сарыарка. В ходе обхода обслуживаемого административного участка установлено, что на аллее «Золотой квадрат» на газоне разместили летнее кафе и принимают посетителей, которые, в свою очередь, повреждают зеленые насаждения. В ответе госоргана указана другая улица и ресторан, однако в департаменте полиции заявили, что информация актуальна и для запроса нашей редакции, при том, что летней площадки рядом с кафе нет. Также нет и постановления, которое бы запрещало пикники на городских территориях. В правилах благоустройства столицы от 2017 года указан лишь запрет складировать тары на газонах. В акимате бизнесмену Арнаю Урмашу обещали подготовить разъяснение в течение 30 дней. Однако к тому времени в городе наступят холода. Да, и запрещать обеды на улице будет уже столичная погода. Зарина Беремкул, Дидар Елеев, Информбюро, Нур-Султан.